Тайский оранжевый бальзам Бинтуронг с криптолеписом. Стеклянная баночка с металлической крышкой и с инструкцией на русском языке. Бальзам ярко-оранжевого цвета обладает достаточно приятным запахом, не как классические тайские бальзамы. Растение криптолепис, его в Таиланде еще называют Тао Эн Он, замечательно воздействует на мышцы, но бальзам универсального действия, как обычно тайские бальзамы, направлен и на снятие ожогов, и на снятие зуда после укуса насекомых. Можно использовать при простудных заболеваниях, также с суставами он работает, и при болях в позвоночнике. 50 грамм бальзама в баночке. Такой бальзам вы всегда сможете приобрести на площадке нашего интернет-магазина «Аптека Тай». Будьте здоровы!